Привет, ребята! С вами мисс Анастасия Шоу, и сегодня у меня третья часть моего сериала «Короли». Но мы начинаем! Ну все, пойдемте уже, стемнело. Да-да, мы уже бежим. Так, ну все, пойдемте. Я совсем забыла! Чего ты забыла? Я забыла собрать свою сестру Аришу. Как я могла? Она, наверное, там плачет. Господи, мне надо за ней бежать. Простите, ребята. Да, конечно, мы тебя, конечно же, прощаем. Как мы можем тебя не простить? Пока. Пока, ребята, пока. А завтра увидимся в школе. Быстрее. Привет, не подскажешь, сколько время? Конечно, подскажу. Так, время сейчас, ага. Время уже... 8 часов. 8 часов садик закрывается в 7, капец! Мне надо ее срочно забрать, иначе она... Ой, господи, быстрее, 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 быстрее! Быстрее, еще быстрее! Все, реально, уже темень. За тобой обязательно сейчас придут. Давай рюкзачок пока бери. Да, холесо, я пока переоденусь. Там еще холоднее стало. Хвастаться своей красотой... Некому, поэтому сейчас я влазу все в рюкзачок. Опа, так вот, ой. Оп, оп, оп. Все, я уже собралась. Что же мне делать? Сейчас она подойдет. Быстрее открывайте. Вот она, наверное, лосо. Привет. О, простите за опоздание. Привет, моя золотая. Прости, что я опоздала. О, господи. Ура, все хорошо. Ура, главное, что ты принесла. Я этому ляда. Все, пойдем быстрее домой. Мне холодно. Очень, очень, очень холодно. Мне тоже очень холодно, поэтому побежали быстрее. Одеты мы как-то легко, уже зима, уже, короче. Где наши дети? Куда они пропали? Я не знаю, что будем делать. Надо им звонить срочно. Кто-то звонит. Быстрее. Пойду посмотрю, кто это. Это наши дети! Аллилуйя! Я пойду открою срочно, быстрее. Дети, дети, заходите. Я так вас ждала. Где вы носитесь, а? О, я так волновалась, вы понимаете? О, господи, проходите быстрее. Мам, не волнуйся так. Привет, ваша малышка София. Пойдемте. Идите переодевайтесь и идите кушать. Да, хорошо. Мы подождем их тут. Надо быстрее готовить. Ага. Так, все, пойдем. Спать что-то уже хочется, но мы еще даже не покушали. И сегодня телефоны забыли. Даже не знаю, где они. Пойдем, мы же не тут переодеваемся. Совсем забыла. Вот здесь. Первый день был прекрасный, а у тебя? Давай за столом об этом поговорим. А что, что-то очень плохое? Да нет. Так, это мой, это твой. Если что-то плохое, говори. Хорошо. Одежда. Тут еще одежда. Тут еще одежда. Все, все остальное надо положить обратно. Все, пойдем, потом надо телефоны найти. Уф, наконец-то вы пришли, пойдемте за стол. Да, мы уже идем. Ну все, пойдемте. Ну, как всегда, восхитительно. А для нашей девочки маленькой... Простите, но вы не записывали то, что у вас маленькая дочь есть. Простите огромное, мы не знали. Ну, короче, если сейчас же вы не сделаете, то придется вас уволить. Ладно, конечно, я шучу. Я же не такой жестокий. Приготовьте, пожалуйста, маленькой малютке кушать. Да, хорошо, сейчас. Вот все, что вы просили. Держите.
Да, конечно. Она у нас уже самостоятельная. Давайте идите сюда. Я сначала буду ее кормить. Можете идти. А, давайте мне бутылочку. Я тебя покормлю, солнышко. Ну, а я присяду. Туда присяду. Господи, ты садишься или нет? Ну, окей, тогда мы сядем. Вот сюда я. Сюда я тогда. Хорошо. Так, кушай, моя принцесска. Ты моя солнышко. Вот и все. Я тебе покажу твою комнатку. Ты пока здесь поспи, хорошо? Маленькая. Уже уснула. Бутылочку положу сюда. Тарелочку держите. Да, хорошо. Три. Ну, а я пока тоже присяду. Так, а сейчас я возьму свою. Ага, обязательно. Я присяду здесь. У тебя там нам неудобно, короче. А я уже кушаю. Я тоже. Очень вкусно. Спасибо. Я пока сниму свое. Ой, у меня тарелка упала. Хорошо, что не кувырком. Очень вкусно. Я один ничего не съел. Тоже очень вкусно. Тарелки я положу на край стола. Я тоже положу на край стола. Ура! Рада, что вам понравилось. Сейчас следующее наше блюдо. Для взрослых, для детей. Девочки, это кому клубничку? Мне. Кому такой кексик? Мне. А кому такой кексик? Конечно, мне. Держите. Спасибо. Следующее блюдо, точнее для девочек. Девочки, держите. Ты что, прям с фантиком съела? Ну да. Да уж. Нам черненькие. Ну хорошо, держите. Мы уже все добили. Ага, спасибо. О, все. Спасибо, было очень вкусно. Да, согласен. Про Софиечку-то мы забыли. Софиечка, не надо здесь. Все, пойдем. Мы тут будем умываться. Но мы домой пойдем. До свидания. До свидания. Скоро уборщица. А, подожди меня. Все, пойдем. Быстрее. Пойдем умываться тут. Я уже начинала. Ну, я тоже. Ой, все, я уже умылась. Ну, я тоже. Но здесь нет полотенцев. Ах, жалко. Ну ладно, пойдем на другой этаж. Зубки хотя бы помыли, почистили.
Ну да, осталось обработать только еще волосы, но на другом этаже. Ну окей, пошли. О, вы еще не уехали, тогда вместе поедем. Все, пойдемте. Мы пойдем Софиечку укладывать. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Ух, заснула. Кстати, мы уже почистили зубы. Все, давай еще раз почистим зубы, чтобы наши зубы точно были нормальные. Так, окей, давай возьму вот наши. Держи тебе и мои. Так, я уже сполоснула рот. Сейчас, опа, все, теперь точно все. Ну, короче говоря, я отработаю сейчас волосы. Вот так вот. Все, мои волосы теперь нормальные, короче говоря. А я тоже хочу вот эти. Вот это же детское. Ну, вроде бы, да. Не буду читать надпись. Вставай, я тебя... Я сама. Что там? Ты... О, господи! Этот... Это... О, нет! Что там? Сейчас ты увидишь. А, это я? Я завтра в школу не иду. Ой, фу, ты в садик. Капец. Надо было все расчитать. Но я тоже умею читать. Надо маму разбудить. Мама! Что такое? Даже поспать не даете. Пойди в туалет. Господи, что это? Я не знаю. Я думала, что это отрабатывать волосы, чтобы они гладкие были и холосые. А это оказалось класска для волос. Ну капец. Завтра едем перекрашивать, сделать их нормальными, потому что волосы портятся после этого. Спокойствие. Завтра все будет хорошо. Давай отработаем. Взрослой и детской. Вот детская. Хотя бы получше стало. Получше, нифига не получше. Все, идите, не пугай ее. Ладно. О, господи. Пойдем. Не плачь. Давай все. Все нормально. Нормально. Да. Ты правда так думаешь? Да, давай все вот так вот вытерем. Давай умоемся, чтобы ты была принцесской. Помоем лицо, моя я немного приведу себя в порядок. Ну ладно, завтра все будет хорошо. Да, переодевайся. Одежду положим сюда. Я положу тоже одежду сюда. И давай, иди спать. И я пойду спать. Ну, что было дальше, вы увидите в следующей части. Всех обнимаю и всем удачи, всем пока! Ой.